Приветствую вас, аноним. Я бы сказал, отвечая на ваш вопрос относительно того, что делать, я бы сказал так. В первую очередь, что делать, чтобы что? Вот, что вы хотите получить в итоге? Потому что вариантов здесь на самом деле несколько. Несколько вариантов. А первый вариант это разбираться в себе, потому что у вас есть о чем поговорить. Про вас, точнее, есть о чем поговорить. Именно про вас, если мы говорим. Вот. Это первое. Либо гармонизировать отношения с человеком, да, как-то вот постараться как-то гармонизировать отношения с человеком. Но это немножко уже такая, чуть-чуть другая история, я бы сказал. Вот. То есть вам бы нужно, на мой взгляд, как-то определиться с тем, что вы хотите. Для начала хотелось бы обратить, наверное, ваше внимание на то, что мужчина, о котором вы говорите, злоупотребляет алкоголем. Да? Мужчина, о котором вы говорите, склонен к тому, чтобы злоупотреблять. И у него могут быть серьезные проблемы с алкоголем. А вы, соответственно, в этой истории можете быть созависимым партнером. Если мы говорим, да, о том, что у человека проблемы с алкоголем. Ну, то есть это не мы говорим, это вы говорите, что у него есть проблемы с алкоголем. То есть у него есть проблемы с алкоголем, вы как бы все равно с ним в отношениях. Вот, вы говорите, что он много пьет, но вы с ним все равно в отношениях. Вот. То есть тут нужно посмотреть на наличие созависимости. Вот. На именно наличие созависимости нужно поисследовать, если у вас зависимость от мужчины. Вот. Такая вот история здесь. Следующее. Значит, давайте по порядку пойдем. Значит, разругалась с мужчиной, пишите вы. Вообще это хорошо. Очень хорошо. И здорово, что вы берете ответственность на себя за то, что произошло между вами. Очень здорово, что вы это
делаете очень здорово, что вы берете на себя эту ответственность, вот. Но важно понять, из-за чего. То есть, вот то, что вы говорите, что он пьет, да, вот, ну, то, что вы сказали, что человек пьет, и, собственно, из-за этого, если бы он не бил так много, то вы бы не ругались. Это на самом деле в какой-то степени перекладывание ответственности, ну, выглядит это, по крайней мере, так, выглядит это как перекладывание ответственности, на самом деле. Вот, и мне кажется, что, мягко говоря, это, ну, путь немножечко не туда. Это тут вы немножечко не в ту сторону идете, когда говорите, что мы разругались там из-за того, что вот он пил, ну вот, много пил слишком. Нет, я не думаю, что причина в этом, я думаю, что причина несколько глубже, вот, кроется. Конечно, нужно ее поисследовать, но вот начал задать себе вопрос, да, из-за чего возникла ссора. На ровном месте скандалы не случаются, поэтому, значит, соответственно, что-то вас напрягало, что какая-то была неудовлетворенность. Вот. Вероятнее всего была какая-то неудовлетворенность. Может быть, мужчины может быть своей жизни, может быть, чем-то еще, может быть, и тем и тем, кстати говоря. Вот. То есть тут вариантов-то, в принципе, достаточно много, важно просто понять, как бы, все мы по факту имеем дело, да, вот именно, все мы имеем дело, по факту, вот, ну, соответственно, психологическую игру скандал я рекомендовал бы вам к прочтению, вот, то есть к изучению, точнее, не к прочтению, а к изучению психологическую игру. Скандал я рекомендовал бы вам к изучению для лучшего понимания механизмов конфликта, механизмов ссоры. Вот. Повторюсь, очень важно, чтобы вами были исследованы именно первопричины конфликта. Это очень важный момент. Первопричины конфликта. Из чего они выросли и так далее. Это важно. Вот. Следующее. Поехали дальше. Он был сильно пьяный, немного выпил, мы успели наговорить друг другу то, что не нужно говорить. Но, понимаете, вот здесь, как бы, с одной стороны, вроде бы понимаешь то, что вы имеете в виду, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, не лишено это лукавства некоторого, с вашей стороны. Потому что слова говорить не нужно было, но вы их говорили. Значит, что? Но у вас какие-то обиды есть.
вас. Значит, что? Может, какое-то раздражение накапливал. Значит, что? Значит, какая-то неудовлетворенность имела место быть между вами, в том числе. Вот. Ну, так это все никуда не девается. Это все не исчезает само по себе, понимаете? И то, что он вам наговорил, и то, что вы ему наговорили. У этого всего есть причина. И, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы эти причины были бы вами поисследованы. Да? То есть вот, грубо говоря, что стоит за вот вашей, например, вспышкой, да, вот именно вашей, именно то, что вы наговорили ему сами. Вы себя сдерживали. Вы себя не сдерживали, например. Раньше, чтобы ему не сказать это. Вот как это у вас, значит, происходит? Обычно, как это у вас происходит? Это важно. Это важный момент. Вот. Дальше идем. Значит, так, в итоге я из-за обиды, из-за отчаяния выгнала его. Ну, опять же, нужно понять. Нужно понять. А что именно произошло? То есть, от обиды на что? Отчаяние. От чего? Это вот все какие-то вещи, да, которые, ну, достаточно важны. Вот. А вы об этом? Ну, мягко говоря. Ага, вот достаточно мало вы об этом, ну, говорите, достаточно мало об этом информации, хотя это важно, это очень важно. На самом деле. Вот. Потому что касается напрямую вас. Обида, отчаяние не возникает на ровном месте. То же самое. Поэтому, если вы чувствовали или чувствуете до сих пор, вот, там, обиду, как вы говорите, отчаяние и так далее, то, возможно, у этого есть причина, которая имеют под собой достаточно серьезные основания, которые вы игнорируете. Ну, по своим каким-то причинам вы надеетесь
Может быть, вы надеетесь перетерпеть, может быть, вы надеетесь, что все как-то вот само собой разрешится, но нет, не разрешается, к сожалению, да, и проблемы накапливаются, значит, выгнал его. Время прошло, он извинился, не извинился, подарил цветы, я их приняла, но как-то неприятно. Неприятный из-за чего? Я ему сказал, что хочу побыть одна какое-то время, переосмыслить. Переосмыслить что? Тут опять же вот конфликт, неясный конфликт. Он психанул, собрал свои вещи, сейчас у него есть новая девушка, у нас есть ребенок, и вообще со мной он общаться не желал. То есть вы зачали ребенку вне брака, так понимаю, да? Мужчина вам, по сути, ничего не обязан, кроме алиментов. Тоже ребенка видеть не хочет. Говорит всегда просто к маме, но я сама не согласна, и маме я все рассказала. Не согласны вы с чем? Маме рассказали о чем? Зачем вы рассказали маме? Она со мной солидарна, что это он отец, и он должен заботиться, а не она. Ну, здесь вы, конечно, выступаете как родители, я не думаю, что для отношений хорошая характеристика то, что вы поддерживаете свою маму. Я не думаю, что это прям хорошо для отношений вообще, в принципе. Вот, потому что все-таки нет, если вы согласны с мамой, если вы согласны искренне, ладно, как бы ничего страшного в этом нет, но вашему партнеру это может не нравиться, и это все нормально, что ему не нравится, ну, что ему не нравится, то, что вы там можете быть согласны с, ну, что мама может быть согласна с вами, что мама вообще как бы вмешивается в отношения. Сейчас не пытался договориться, как? Если вы сказали, что хотите, сперва вы выгнали его, потом вы сказали, что хотите переосмыслить, после этого вы говорите, что хотите побыть одна, как именно вы пытались договориться? Все бесполезно. Бесполезно, что, как он сказал, он тоже хотел все по-хорошему решить, но ничего толком и не решил, больше говорил. Какого решения вы ждали? Какого решения вы ждали от человека? Я знаю, что там ненадолго. Там это где? На лицо она не очень приятная. У нее двое детей. Неприятная для кого? Причем здесь дети? Откуда вы знаете, что он не потянет? То есть вот ощущается, что у вас такая достаточно, ну, родительская позиция к человеку, понимаете, это для отношений не очень здорово. Знаешь, что он на меня очень зол, я его проревновал очень сильно и больше поэтому отдалил от себя. А из-за чего ревность? Ревность из-за чего? Давайте не раскроем причины вашей ревности. Это неуверенность в себе, страх одиночества, страх, что бросят. Давайте поработаем над этим, чтобы ситуация больше не повторилась. Понимаю, если бы он не пил много, мы бы так не расстались. А как бы вы расстались тогда? Потому что алкоголь и ревность ваша, ну, конечно, могут быть связаны между собой, безусловно, но связь там, как мне кажется, здесь связь не совсем, ну, такая, четко прослеживаемая. То есть, я, конечно, могу предположить, что мужчина начал злоупотреблять алкоголем, потому как вы его ревностью начали давить, но, честно говоря, верится мне в это с трудом. Дальше, что делать в такой ситуации? Что делать, чтобы что? Ну, я вижу тенденцию какую, да? Вашу неудовлетворенность, неумение говорить о чувствах, неумение бесконфликтно общаться. Это первое. Из-за чего с вашей стороны ссора-то возникла? Второе.
Застревание в эмоциях этим объясняется неприязнь. То есть ты с неумением их проживать. Третье. Ревность. Как неуверенность в себе. Проблемы с самооценкой и так далее. Страх одиночества. Чувство собственничества по отношению к партнеру. Сведение ценности человека к материальному. Следующее. Родительская позиция по отношению к, ну, мужчине. То есть вот, ага, я это вижу, вот я это вижу. Как вот, знаете, проявление вот такой прям родительской, авторитарной, я бы сказал, даже позиции. Что вы за него решаете, там, что он может ну, позволить себе, да, например, что он не может позволить себе, например, что он там в силах позволить себе, например, вот, что он не в силах позволить себе, например. То есть, ну вот это, как-то это, как-то это выглядит немножко, ну, вот, странно это выглядит, скажем так, вот, честно, выглядит это странно. Вот, поэтому тут вот не все так. Однозначно, на самом деле, как вот, может, на первый взгляд, ну, не знаю, как однозначно, на первый взгляд, как может показаться, знаете, какая штука-то, вот, поэтому и работать, на мой взгляд, надо бы в этом направлении, вам, в первую очередь. А дальше уже там смотреть на то, как вести себя с мужчиной, потому что, на мой взгляд, ваш мужчина, он такой достаточно, ну, гордый, да, вот такой, прям, я бы сказал, немножко несдержанный, импульсивный, вот, и, собственно, несколько безответственный, наверное, по отношению к себе, вот, и, как бы, вам нужно определиться со своими чувствами к нему, вот именно к нему. Да, что вы чувствуете вообще, вот, в принципе, как человеку, что вы ощущаете. Вот, и, соответственно, если вы к нему, как человеку, ощущаете, там, например, не знаю, любовь, допустим, то это одно дело, если вы любите его, хорошо, но нужно понять, правда, как именно, да, то есть как именно проявляется ваша любовь, вот. Но любовь, она нуждается в выражении. Вот. В первую очередь. Да, я пока не очень вижу, чтобы вы свою любовь ему выражали. Вот. То есть понятно, что есть вещи, которые вас беспокоят, есть вещи, которые вас волнуют, это понятно. Понятно, это само собой разумеющееся. Вот. И как бы совершенно понятно, что эти вещи нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов, да, то есть как бы, ну, эти вещи, они важны, они для вас, собственно, важны. И я это понимаю прекрасно. Говорю вам, там, на свои чувства, как бы,
не обращать внимания, нет. Но я хочу сказать, что на чувства к человеку, поскольку мы говорим о человеке, да, то обратить нужно внимание именно на ваши чувства к человеку. Вот, и спросить себя, вот, ну, что вас связывает. Только, как бы, ну, максимально честно, задать себе этот вопрос, вот, максимально честно, максимально корректно себе на этот вопрос ответить. Вот. И дальше, уже, вот, двигаться куда-то вот по направлению к тому, что вам указывают чувства, ваши чувства. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.